Всем привет, друзья, с вами Варчик, это карта Химмельсдорф, танк Т-95Е6, и я вам в этом видео буду подробно рассказывать, и в принципе вы узнаете, что я думаю в бою, о чем и почему, и куда я поехал, в честь чего я туда вообще поехал. Все вы узнаете, и приступаем к делу. Изначально еду на центр, сюда вот в дырку, на балкончике, и здесь все светится и есть куда пострелять. Самое главное знать, куда стрелять. Можно по центру пострелять, в противоположные окна пострелять, налево в проездики, там в принципе стрелять есть куда угодно. Ну и не забывайте, что с горы вам сюда могут накидывать, ну и вы точно так же. Но раньше прострел на гору был получше, сейчас такой себе. Вот вижу, что по карте Type 4 Heavy едет, подъезжает к дырке и уже начинаю туда смотреть. Даю ему урон, в принципе бесплатный такой урон. Выезжает Яга, думаю, может быть попаду ей в лючок. Не попал, и мне дают в дырку урон. Раньше я такой дырки там не ощущал, теперь вот ощутил. Вон в стене дыра, и через нее я получил. Получается, когда там кто-то стоит справа в окнах, лучше не выезжать наверх, потому что будешь получать вот эту дырку. Но я не унываю, продолжаю здесь стоять и смотреть, кто где подставляется и кому я смогу дать урон, когда он отвлечен. Смотрю, там яги катаются, Type 4, Type 5 Heavy. Смотрю, что Type 4 Heavy опять подставляется и даю ему еще урона. В принципе, пока нормально. Одну, конечно, лишнюю пульку получил, но это фигня. Смотрю, он там стоит. Это, конечно, было рискованно сейчас вылазить, но поскольку карту перелопатили, надо все равно немного запоминать, как там дырки всякие расположены. Это было, так сказать, на будущее запомнить, что там дырочка очень маленькая и стрелять туда почти нереально. Яга еще подставляется, даю ей урон. Здесь вот запомнил уже с прошлого раза, где и как находится дырка, поэтому знал, куда сразу стрелять. Но что-то не пробилось, не попалось, фигня, короче. Здесь Т-10 решил зачем-то покататься туда-сюда. Даю ему урон. В принципе, урон набивается легко, уже 1700. Просто пострелял по тем, кто подставляется. Здесь я решаю, что можно поехать на банан и голдой пострелять в квадратные японские и немецкие танчики, которые голдой с пробитием 340 кумулями будут пробиваться легко. Но опять же, лючок у меня находится справа, будет неудобно. И еще на банане я не так часто был, когда вышел новый патч, поэтому я когда подъезжал, смотрел, там есть насыпь или нету, ну насколько удобно там будет выкатываться. Там, оказывается, есть насыпь, и было в принципе удобно. Я вам рассказываю именно то, о чем я думал именно в этом бою. На более низких левелах, на которых я чаще играю, там на восьмерках и девятках, в банан я в принципе особо не езжу, оно мне не надо. Здесь такая вот ситуация подвернулась и поперся в банан. Это было довольно-таки рискованно, но вряд ли враги меня ожидали. Ну и смотрим, что итогово из этого выходит. Я заряжаю голду заранее, смотрю, есть тут насыпь или нету. Есть. Выкатываю, сразу даю выстрел, но что-то не пошло. Думаю, ну все. В принципе, можно выкатываться, точнее укатываться отсюда, просто уезжать. Но тут я решаю еще яге дать тычку, и она была лишней, поскольку теперь я не успеваю уехать. Думаю, ну ладно, останусь здесь в дырке. Собью каток. Благо, повезло, что у Яги не было ремки. Это было очень хорошо. Стреляю второй выстрел кумулем, понимая, что урона не будет. Просто обновляю каток, чтобы она стояла. И последний выстрел уже заряжаю ББшку, чтобы не только каток сбить, но еще и урон нанести. Сверху выкатываются в дырочку враги. Ну, в принципе, засейбился, нормально. Здесь я сейчас думаю о том, не приедет ли сзади Type 5 Heavy и не бахнет мне фугасом в задницу.
Это было бы самое противное, что... Это, в принципе, самое противное, что могло случиться. Но хорошо, что он никуда не поехал. Здесь еще Type-4 что-то хочет. Но я вижу, что он передумал, и я укатываюсь оттуда. Нельзя находиться, на мой взгляд, в такой позиции, с которой ты не уедешь. Если бы меня враги там напрягали, я бы с той дырки не уехал. И дальнейшего развития никакого бы не получилось. То есть я был бы замкнут в той дыре и не мог бы никак тактически вообще ничего делать. Опять же, смотрю на карту, все светится, все видно, Type-4 подставляется. Это был опять простой урон и ничего сложного. Опять же, смотрю на карту и смотрю, что справа три челика. Кто-то из них по-любому поедет в эту дырку. Я светился, делаю вид, что уезжал. Опять засветился, не вовремя, не понял я. Меня, видимо, 430 слева засветил. И сорвалось. Но я думаю, что они сейчас будут проезжать. Нагло выкатываюсь и добираю 268. Я, в принципе, как думал, так оно и произошло. Они именно в этот момент прокатывались. В принципе, там было несложно рассчитать, что если они все это время едут, то они так вот будут прокатываться. Здесь какой-то Витин рассинхрон и не даю урон по 90-ку. Может, в самый край улетело, фиг знает, неважно. Хорошо, что 90-ик уехал, поскольку он мог остаться и, ну, сделать зла. Дальше зацеливаю поворот слева, поскольку 90-тик поехал примерно в эту сторону, да и там ВЗ-115А мог выехать. Смотрю, чтобы сзади у меня жопа не торчала из-за поворота. Пока что все просто и четко, то есть никаких там сверхдействий особо не надо. Все и так понятно, просто на карту смотрю, кто подставляется, в того стреляю. Пытаюсь сильно не ошибаться, и все, в принципе, просто. Здесь вот выкатывается Type-4 Heavy. Я ему не даю урон. Уезжаю, хотя можно было, в принципе, тут еще ему стрельнуть разок. Но решаю помочь объекту 704 и даю урон по 90. В принципе, возвращаюсь назад. И здесь за поворотом должен быть Type-4 Heavy. Так оно и есть. И вижу, что он еще не успел доехать, поэтому заранее даю ему урон, пока он не успел высунуть свой хобот из-за поворота. Теперь он едет на меня, и сзади по карте видно, что на меня едет два танка. Мне выбора нет, мне надо рисковать и попытаться убить Type-4 Heavy быстрее, чем он в меня стрельнул. Получается, и дальше разворачиваюсь, принимаю тех, кто на меня сзади выкатывался. Как-то они не очень организованно там что-то выкатываются. Вспоминаю, точнее, я даже и не забывал про 90-ка. Разворачиваюсь, жду, когда он приедет. Тут каким-то чудесным образом я засвечусь и, ну, не выкатываюсь туда, потому что если кто-то за поворотом стоит, я получу пиздюлину и только потом смогу стрельнуть, а может даже не смогу. Ну, в общем, такое. Тут кто-то стреляет, это оказывается 90-ка, убиваю. Все изи. Type 5 Heavy помешал Вазику стрельнуть. Я еду вперед, потому что они оба КД. Мне надо добрать шотного. Хорошо, что Type 5 Heavy не закрыл шотного. И тут с вертухана я попадаю в каток, добиваю Вазика. В принципе, все по тактике более-менее нормально. Единственное, что здесь замечаю сзади Вазика, думаю, что Вазик выйдет и добьет СТРВ. Я прячусь за трупиком и не рискую проехать. Но Вазик не выехал, не добивает СТРВ, стоит, смотрит на меня. И я оказываюсь в ловушке, не могу уехать от Вазика ни влево, ни вправо, потому что там прострелы есть. И остается ждать только Type-5 Heavy, когда он выйдет на меня, и все. Можно было бы как-то рассчитать, что Type-5 Heavy не попадет, и в момент, когда он выкатывается, закроет Вазику прострелы, и я уеду. Но это уже какая-то магия уличная, незаконная, поэтому такое. Он выкатывается, даю ему урон, он меня просто в силуэт фугасом добивает. В принципе, остается у нас одна арта, и все. Такой вот бой. По сути, 5291 урон накидан. Бой сыгран. Какие были ошибки? Ну, в первую очередь, незнание четких прострелов и рельефов на этой карте.
что исправляется накаткой количество боев. И все. То есть отыграю больше боев на этой карте, буду знать более досконально все дырки, все прострелы, все рельефики и кучки. И в некоторых моментах не буду терять лишнее хп, которое в конце боя могло бы пригодиться. И я мог бы им воспользоваться, чтобы проехать, допустим, в конце направо и что-то еще попытаться сделать. Вот, в принципе, и все. Может быть, там еще в Type 4 стрельнул немножко неаккуратно. Ну, по сути, можно было бы еще с банана выехать и уехать на один выстрел раньше. Но тогда враги не так упорно на меня бы упарывались и не поумирали бы на повороте всякие яги на катках. Бой, по сути, нормальный. Не выиграли, но было интересно мне в него поиграть. Пишите свои комментарии, как вам такое. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.